Барнаул очередной раз стал точкой притяжения сильнейших спортсменов страны. Финалы по трем видам спорта – кикбоксинг, гребля на байдарках и каноэ, а также шахматы – пройдут на алтайской земле. Первыми шаг сделали шахматисты. В минувшие выходные в краевом шахматном клубе встретились сильнейшие игроки 2008 и 2009 годов рождения из 16 регионов. У нас швейцарская система, все команды распределены по рейтингу от 1 до 16. Наша команда 13-й стартовый номер играет с 5-м. 5-й у нас Санкт-Петербург. Всего команды сыграют в 7 турах, и уже после последних игр будут подсчитываться очки. И кто наберет наибольшее количество баллов, выиграет спартакиаду. Сборная Алтайского края в первом туре уступила команде из Санкт-Петербурга. Однако нужно понимать, что турнир только начался, и все еще можно изменить. Каждый турнир по-своему волнителен. Это сейчас командные соревнования, большая ответственность. Всегда хочется выступать как можно лучше, поэтому первый тур особенно волнителен. Также свои победы в первом туре одержали команды из Москвы, Республики Татарстан, Свердловской и Новосибирской областей. Против этих сборных нашей команде играть будет тяжело, но родные стены помогут. Ежедневно начало партии в 10 утра, но стоит отметить, что все игры проходят без зрителей. Поэтому поддержать своих спортсменов можно на сайте Федерации шахмат Алтайского края. Там организована онлайн-трансляция игр. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.